Всем привет подписчикам канала Олег Нестеров Брест. Сегодня ролик решил я записать в таком, скажем так, секретном подпольном помещении. Вот. Короче, скажем так, узел раздачи газа и пара, соответственно, вода и так далее. Ну, суть не в том. Почему решил снять ролик? Много было споров как-то на рации, почему пришла в голову такая вот мысль, чтобы заснять видеоролик. Спор был, как бы, собственно, в том, что не помню кто говорил, что варить надо машины полуавтоматом. Автоматом варить, конечно, ну, полуавтоматом легче варить, я не спорю, но если нет возможности, то в принципе можно варить вот такой вот, как у меня на работе, ресантой обычной с электродами. А такими вот электродами. Электроды я использую у себя на работе. Двойка и тройка. Есть еще 2,5, но я использую вот эти вот двойку. Вот она. Двоечка. Вот ним мы будем пользоваться сейчас. Заранее вот я заготовил 2 куска. Какая-то жестянка такая нам. Фигня, короче, какая-то ржавая была. Вот я зачистил 2 кусочка. Сейчас, потому что оператора нет у меня, поэтому держать телефон некому. Я сейчас засниму, потом покажу, что получилось. Ну вот, значит, сварочные швы сделал я специально для образца. Поскольку спор был, что после обычной дуговой сварки там обрабатывать тяжело машину, делать что-то, что получилось. Я специально сделал 2 шва. Вот один с поршничком прошел. И специально сделал точками. Вот. Кому как удобно. Надо — варим с поршником. Надо — варим точками. Вот. Железо работает. Приварил. Поэтому, друзья, если у вас нету средств, или вы начинающий, а есть хотя бы вот такой вот недорогой аппарат, ресанта, или есть у кого-то возможность, и вам нужно немножко поварить, то, в принципе, пользуйтесь всем, что у вас есть. И не слушайте вы этих дяденьков, которые говорят: покупай сразу дорогой аппарат, вкладывайся, ничего страшного. Вот. Я сам начинал вообще с трансформаторного аппарата, варил такими же электродами, и ничего, как бы, никто не приезжал, не жаловался. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Делайте выводы сами, решайте сами, я просто показал. Всем добра и бабла! Пока!